Не знаю, как ты, Андрей, а я лично очень четко вижу, что вокруг все болеют, все чихают, просто с началом холодов, как будто какой-то клапан вирусов различных заболеваний просто открыли, все вокруг чихают и кашляют. Действительно, невооруженным глазом видно, что с наступлением холодов организм человека теряет возможность сопротивляться болезням. Мы решили выяснить, как латвийцы и вообще жители нашей страны борются и какую профилактику они применяют по отношению к сезонным заболеваниям. И об этом в нашем следующем репортаже. Для большинства людей приход осени отождествляется не только с живописным багрянцем деревьев и лирическим настроением. С наступлением холодов уже традиционно открывается и сезон простуды. Очереди в медицинских учреждениях становятся все длиннее. Однако, стоит ли спешить к врачу, едва почувствовав первые симптомы простуды? Медики говорят, главное не впадать в панику. Люди болеют часто. Простуда существовала всегда. Самое главное – оказывать своему организму поддержку в борьбе с заболеваниями и вирусами. Но зачастую человеку не хватает терпения. Все хотят сразу быть здоровыми, спешат принимать обезболивающие и жаропонижающие препараты, забывая о том, что отдых и употребление большого количества жидкости также способствуют выздоровлению. Конечно, если человек сам не справляется, тогда стоит обратиться к врачу. Известно, что традиционная медицина далеко не единственный инструмент в борьбе с болезнями. К примеру, одна из альтернатив – гомеопатия, вид медицины, действующий по принципу лечения подобного подобным. Similia similibus curantur. Звучит завораживающе, почти магически, да и выглядит так же. И хотя многие ставят под сомнение рациональность применения этого вида лечения, гомеопаты все же настаивают. Их методы помогают и имеют свои преимущества. Лечиться очень легко. Лечиться можно, используя природные лекарства, которые не являются химическими или синтезированными. Это значит, что мы ни в коем случае не наносим вред от лечения организму, если все сделано, конечно, правильно. Я думаю, ну, вот это самое-самое главное. Говоря о природных средствах, стоит отметить, что многие, почувствовав приближение простуды, далеко не сразу задумываются о посещении семейного врача или гомеопата. Чаще и охотнее всего люди следуют народной мудрости и обращаются к так называемым бабушкиным методам – лечению травяными сборами, ягодами и фруктами. В яблоках железо, яблоки сочные, они дают хороший цвет лицу. Сейчас очень многие пишут и говорят о яблоках. В популярности фруктам не уступают и овощи, особенно сезонные, ведь они также призваны поддерживать иммунитет. Но наряду с традиционными рецептами встречаются и весьма необычные. К примеру, мед с тертым луком или отвар из зелени. Говорят, последний помогает сразу от многих недугов. Чай вот очень хорошо заваривать с петрушки, потому что она мочегонная трава. Это идеальный вариант, если какие-то проблемы, там, отечность идет или еще что-то вот такие. Вот там под глазами круги иногда бывают, там, или еще какая-то соль лишняя, когда это выводит лишнюю воду с организма. И петрушка. Вот брокколи, она идет просто как очень ценная витаминная добавка. Там много железа, очень много магния, кальция. Вот это идет такая вот сильная добавка. В сыром виде желательно кушать, если чувствуется в костях какая-то проблема или еще что-то. Потому что это, в принципе, вся таблица Менделеева брокколи. Медицина традиционная, альтернативная или народная. Выбор средств для профилактики и борьбы с простудой действительно велик. Но как медики, так и гомеопаты и травники-любители все соглашаются во мнении, что самое важное для человека – оберегать себя от переутомления и стресса. Ведь эти факторы прямым образом влияют на защитную способность организма. Позитивное же мышление, напротив, помогает быстрее побороть любую болезнь. Марианна Ходыш, Андрей Спредитесь, Латвийское телевидение.